Ого, вау, спасибо большое, быстрое путешествие, потрясающее, лучшая неделя на свете. Черт, у этой игры такой большой потенциал, что Rockstar просто подводила нас к этой неделе, неделе за неделей. В общем, у меня сгорела жопа, и я не могу делать новости этой недели, поэтому пусть лучше их сделает Диана. Всем привет! Сегодня у нас 2 марта, вторник, а это значит, что пришло время рассказать вам, дорогие друзья, что нового Rockstar добавили нам на этой неделе. С вами Готика, с вами Сократочка, погнали! А перед тем, как начать наш ролик, хотелось бы выразить огромную благодарность нашим спонсорам. Вовке СПБ, Алексею Котову, Морси Фор, Энн Колпов, Найман, Предатору, а также другим спонсорам, которые поддерживают наш канал. Им можешь стать и ты, всего от 49 рублей в месяц. Эта неделя в Red Dead Online посвящена коллекционерам. Мы сможем приобрести сумку коллекционера и начать прокачивать роль всего за 10 голды вместо 15. Это порадует начинающих игроков, у которых еще не так много золота для покупки ролей. Стать коллекционером можно после встречи с мадам Назар, кочущей торговкой-гадалкой, месторасположение которой постоянно меняется. Радует то, что первый раз найти ее будет несложно, поскольку на карте у вас появится метка «Стать коллекционером». Также мы можем получить скидку на некоторые предметы этой роли. Это лопата Пеннингтон, которая вам обойдется в 210 баксов вместо 350, и металлоискатель, который со скидкой будет стоить 420 баксов вместо 700. Это хорошее предложение для тех, кто любит экономить и хочет взять себе эту роль, а также отличная новость для тех, кто любит лошадей, ведь на этой неделе скидка и на лошадь коллекционера. Таким образом, самая дорогая креольская лошадь с 40% скидкой будет стоить всего 665 баксов. Вдвое больше опыта роли мы сможем получить за находки при нахождении любого коллекционного предмета в свободном режиме, кроме яйца кондора. Кроме того, за все события свободного режима для коллекционеров сейчас начисляется на 50% больше денег опыта персонажа и опыта роли. Если вы сдаете мадам Назар коллекцию «Синее море», в дополнение к обычной награде вы сможете получить скидку на 30% на один предмет для коллекционера. Большим бонусом станет скидка 100% на быстрое перемещение по карте. Также хотелось бы отметить, что на этой неделе нам добавили предметы одежды из ограниченной серии. В этот список вошли шляпа Бутел, ее стоимость 187 баксов, казацкая шапка 147 баксов, зимнее пальто Стрелка 133 бакса, куртка Макбей 11 голды, жилет Морали со скидкой будет стоить 110 баксов, сапоги Колхун 94, вязаные чулки, которые по скидке на этой неделе будут стоить 1 голду, чапсы Шафер 59 баксов, некоторые модели обойдутся в 4 голды, и меховые перчатки 78 баксов, также некоторые модели можно будет купить за 120 баксов. А также всю эту неделю скидки на всю обувь и жилеты, поэтому все модники и модницы могут пополнить свою коллекцию одежды. В магазине самогонщиков у Мэгги мы можем приобрести брошюру ядовитого самогона за 350 долларов вместо 500. Также на этой неделе Rockstar решил нас порадовать 30% скидкой на брошюру и рецепты у скупщиков. Следящую стрелу можно будет приобрести за 420 баксов, разрывные патроны 2700 баксов, огненные патроны 602, разрывные пули 665, стрела на дичь 245, надрезные патроны 269, взрывная стрела 626, огненная стрела 490, горючая смесь 350, отравленная стрела 304, отравленный нож 294, опасный динамит 549, опасная смесь 511 баксов и ядовитый самогон за 350 баксов. Дополнительным бонусом станет снятие у скупщиков ограничений по уровню на все оружие. Метательные ножи, мясницкие топоры, динамит, бутылки с зажигательной смесью, топорики, мачете и томагавки. А также все брошюры до 50 уровня доступны, невзирая на ограничения по уровню. И последнее, о чем хотелось бы рассказать, это избранные серии.
Ей на этой неделе становится хардкорный вариант режима «Самые разыскиваемые». Смысл в том, что чем больше ваш счет, тем выше награда, и чтобы вырваться на первое место, стоит убивать лидеров рейтинга. За противоборство в избранной серии на этой неделе вы сможете получить вдвое больше баксов и опыта. Оставляйте свои комментарии, понравились ли вам бонусы и скидки на этой неделе, будут ли они полезны для вас. Обязательно подписывайтесь на канал, заходите к нам в Discord, ставьте лайки и не забывайте, Сократ их очень любит.